Отже, шановні друзі, ми починаємо. Перша імпровізація інтерв'ю по слову. В ній зіграють Валік і Костя. Та вони я. Вони будуть грати одну зірку вдвох. А ми з вами будемо грати журналістів, які задають питання. Питання, які спадуть вам на думку. Завдання хлопців по одному слову, по черзі, відповідати на наші запитання. Як одна зірка, добре? Яка зірка? Бузову. Бузову. Прикольно Бузову? Бузову. Бузову. Бузову прикольно, нет. Світлана Лобода. О, супер. Як вона доїхала, хто його знає? Інтерв'ю на границі. Окей, Світлана Лобода. Поїхали. Поїхали. Хто перший? Давай. Давай, я придумав. Молдавський журнал по граматиці «Щикатурка». Значит, смотрите, нужен ли вам домкрат, чтобы поднимать свои губы? Мальчик мой, домкрат нужен тебе. Хорош! А газета «Защита молдаван». А совсем недавно разгрозился скандал с одним из наших, и... Скажите, почему вы иногда такая вспыльчивая? Заткнись! Я! Нормальная. Можно, Светланочка? Журнал Future of the Life of the Song of the Sing. Как будет называться ваша новая песня? Crazy Mother Lover. Ого! Это вы перешли в такой жанр, Света, да? А газета «Просто правда». Скажите, Светлана, вы выкрасились в белый цвет для того, чтобы скрыть седину? Нет. Я просто хотела разлить на лицо немножечко гидроперита. Журналист Жан-Поль Дрыщенко. Правда ли говорят, что у вас левая грудь больше, чем правая? Это сплетни. Правая больше левой. А еще говорят, что у вас одна нога длиннее, вторая короче. И поэтому у вас специально на каблуках один каблучок немножко подпилен. Много говорят. А интимный журнал «ЗОЖ». Зачем оргазм жарабасам? Понимаешь? Мальчик. В истории каждого человека есть период, когда он жарабас. Поэтому не переживай. Ты тоже станешь удовлетворенным. Мужской научно-фантастический журнал «Пять раз за ночь». Сколько за ночь можете вы? Сколько в сексуальном плане. Вы? Светлана. А, в этом там плане. Да? Вообще, хоть тебе. Хоть сейчас. Хоть сама. Главное, чтобы жиробас был доволен. Какие ваши планы на будущее? Собираюсь ответить. Дай минутку. Есть. Ответ. Думаю, что завтра уточню. Хороший глянцевый журнал задает вопрос. Что не песня, у вас хит? В чем секрет вашего успеха? Кокаин. Супер! Вот это завершение импровизации прям супер! Дякую вам! Валик, дякую, Костя! Thank you.